Всем привет! Сегодня я вам покажу, как делать, как скачать мое приложение. Тут написано «Чат с людьми». Вот. Мое приложение. Ссылка скопирована. 5229654.egin.app. Вот. Даник Апс. Нажимаем «Устанавливать». Ждем. А пока, оба-на, мое приложение. Вот, оно. Вот тут пока PDF есть, сам чат. Подождите. Получатель Даник. YouTube. Это мой канал. Это мой весь канал. Мой канал называется Дима Димак. О приложении. Чат с людьми, которые любят отправлять по СМС или ММС. Версия 1.0.0. Мой номер 096-578-9840. Моя фотка. Список домашнего задания. Домашнее задание пишите лучше, чем писать его в это приложение. Зайди! Внимание! Это приложение создано для того, чтобы делать другие действия. Не давайте им детям, пожалуйста. Если вы хотите давать им, то, пожалуйста, нажмите Accept. Accept. Вот эту кнопку. Если вы не соглашаетесь и не хотите давать детям, то нажмите No Accept. Вот эту. И сейчас я вам покажу, что означают эти кнопки. Accept. Просто так. No Accept. Тоже просто так. Пожалуйста. Пожалуйста. Подпишитесь на канал Дима Димак. 8 подписчиков. Вы уже видели этот канал мой. И на Ольга Хрисова. Это мой канал. Эти мои два канала. Так, PDF какой-то. Egin Apps. The most advanced app builder. Now from your phone. Вот. Это приложение создано для с этого приложения. Фотка. Вот. Моя комната. Не обращайте внимания. Так, вот фотка ФНФ. И пока. Пока, пока. Спасибо, что попользовались моим приложением. Качайте игру ФНФ, пожалуйста. Пока. Пока. Ну что ж, ссылка будет в описании на это приложение. Вот это. Всем пока. Я его сам удалю.